Шарики подшипниковые. Когда держишь в ладонях маленькие металлические шарики для шариковых подшипников, невозможно не заметить, насколько они гладкие и совершенно круглые. Чтобы добиться такой формы и превратить простую металлическую проволоку в сверкающие шарики, необходимо строгое соблюдение сложного технологического процесса, обеспечивающего изготовление шариков с точностью до десятых доли микрона. При внешней простоте шарики для подшипников являются одними из самых сложных в технологическом смысле деталями. Основные этапы в изготовлении шариков для подшипников – штамповка заготовок шариков, обработка шариков до закалки, шлифовка, финальная операция промывка, 100% контроль, сортировка по селективным группам, упаковка. Необходимый размер и его стоимость вы можете уточнить в отделе продаж. Компания «Стандарт Комплект» предоставляет широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться на сайте компании. Ссылка находится в описании.